И снова здорово, даю свет, даю просвещение в массы. Свет, свет, свет. Значит, разберем позу сфинкса. Здесь у нас фиксация идет в стол, поэтому прямая рука должна упираться прямо в стол. То есть вот он как станок стоит. Да? Как сфинкс. Да, как сфинкс. Желательно предлагаю держаться за стол, потому что у людей бывает разная длина шеи. Иногда он ставит руки, она просто упирается. Там. Или, короче, чтобы больше свободы было. Отсюда хорошо шея провисает, то есть уже растягивается. Да? И мы можем прощупать позвонки. Достаточно удобно, они на вытяжении. Щупаем остистые отростки, понимаем, где они, куда развернуты. Влево-вправо. Ну, тут сегодня немножко седьмой повернут. Сюда, в мою сторону. Значит, будем толкать в ту сторону, здесь растягивать. Как понять, седьмой шейный или первый грудной позвонок? Дело в том, что шея у нас очень мобильная, она подвижна во все стороны. Поэтому, если мы вот ее держим, я иногда прям даже два зажимаю позвонка, и он, получается, движется. Вот так влево-вправо. Вот так он выпирает. Так вот уходит вовнутрь. Седьмой, да? Седьмой шейный, да. И на вращение тоже он вращается. И на наклон он движется. А первый грудной он почти неподвижен будет, потому что у него скрепление ребрами. Первое ребро там идет. Также смотрим боковые отростки. За сосцевидным отростком, зависим, да? Поперечные отростки позвонков. Вот туда прям такую скобу делаем. Прям вот туда вот опираемся. Проверяем на наклоны. Чувствуется у меня план? Ну, это, скорее всего, второй чувствуется позвонок. Да, чувствуется. А сланки есть, да? Да, с обоих сторон выпирает. Одинаково, симметрично. Да, мы самое главное симметрию ищем. На вращение, на кивок. Этот проверили позвонок, вот этот проверили. И так ниже, ниже. Доходим до седьмого позвонка. Получается, вот за вот эту грудино-ключично-сосцевидной мышцы, да, вот тут идем и прощупываем. Так, ну и сами приемы. Соответственно, для шеи. Если атлант, то есть чем выше идем, тем больше добавляем вращения. Атлант чисто на вращение. Вокруг затылочных костей. Чем ниже идем, тем больше у нас боковой поворот, сдвиг бок. Ну, например, седьмой позвонок. Уперли, значит, в акромион своей рукой вот такую распорку поставили. Прямо в седьмой позвонок прицелились. И на свою руку вот туда раскачали. Когда он почувствует, что шея расслаблена, туда раз. Слышно было, да? Дальше там третий, четвертый поставили повыше. И уже больше наклон. На второй повыше поставили и уже больше вот с наклоном. С поворотом больше. Да, больше с поворотом. И видите, я фиксирую, я его держу животом. Либо, если не получается животом, вот прямо вот так вот зафиксируйте, рукой по диагонали, да? И грудной клетки, чтобы фиксация оставалась. Также можно, в принципе, в эту сторону, но тут менее удобно. И атлант. Атлант, соответственно, если он выпирает с этой стороны, да? То есть поворачиваем затылок в ту же сторону. В сторону выпирания? В сторону выпирания, да. Атлант и второй позвонок именно в ту же сторону, чтобы вы не путались. То есть получается, вот он выпирает, значит, он сдвинут туда, довернут, да? Значит, мы по логике нашей затылок приподняли, развернули, он застыковался быстро, это все за одну секунду происходит. И назад вернулся уже вместе с позвонком первым и вторым. Для этого делаем 45 вперед, градусов наклон, флексия, да, 45 латерофлексия и 45 ротация. Вот он расслабленный, шатали, шатали, нет, где-то держишь еще, шатали, шатали, и легонечко, чик, вот он щелкнул. То есть тут вопрос о том, что сворачивание шеи происходит, там мне пишут всякие, в основном женщины, ну как в фильмах, как в это, в боевиках всяких, там голову отключили, человек сразу мертвый. Нет, тут можно даже вот вообще стоя вот так вот самому себе или кому-нибудь почувствовать расслабление и раз, и оно уже стало. Там же сдвиг идет всего лишь на 2 мм. А в фильмах показывают, это надо жестко захватить корпус человека, да, и голову прям вот так вот дернуть на отрыв. Вот так, вот тогда оно может сломаться. А так позвонки на самом деле крепкие, они просто так не отломаются. Если не получилось, продолжаем наш разговор, на
флексию вперед, то можно то же самое на экстензию. Также развернули. Ну, тут сложнее немножко получается. Вот за, по диагонали от подбородка до виска держу. И вот так, чик, легкий доворот. Пускай голову. То есть усилия небольшие, да? Усилия небольшие, да. Тут вообще за счет момента инерции. То есть почувствовал расслабленный, и так раз, и дернул. Идем ниже. Например, С7, Т1, Т2, Т3, вот примерно этот отдел, шейно-грудной переход. Чтобы его еще больше раскрыть, предлагаем человеку руки соединить поближе. Вот так, да. Открывай и тут держись, чтобы он был зафиксирован. Если в этой позе, он, видите, более покачивается, больше. Площадь опоры маленькая стала. Да, тогда вот я бедро свое подставляю. Значит, беру также по диагонали от челюсти до виска, и рука падает. И голова падает, падает. Прицелился тенором в эти косточки. Значит, пробуем С7 себе поставить. Падает, падает. И на большой амплитуде вот тут будет произведен прием. Но нам сюда надо голову толкнуть вот оттуда. Еще давай, падает голова, падает, падает. Раз. Вот. Почувствовал? Угу. Далее, нам чуть пошире расставить. Далее идем по всей спине. Соответственно, вот у нас рычаг, получается, голова, да? И прожимаем прямо в остеотроске вниз. Там же мы уже растянули, видите, спина уже на экстензии. Зажимая остистые, либо вот так, либо в противоположную сторону, чтобы по ним больно не было. Раз. Раскачали и обоими руками толчок. Или в эту сторону. Ну, в голову меньше толчок, да, чем... Не, одинаково. 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 Голова же тоже тянет мышцу практически как рычаг. До середины грудного отдела. Ременные мышцы идут до сюда, да. Она как рычаг, прямо тут мы друг от друга протягиваем. Чуть повыше все-таки локти. Теперь отдельный момент при сколиозе. Соответственно, сколиоз, ну, например, в мою сторону, да, развернуты позвонки. Значит, берем, растягиваем немножко вот так голову, чтобы там растянулось. Uh-huh. И толкаем в остистые отростки вот туда. В противоположную сторону. Но при сколиозе часто бывает еще ротация позвонков. То есть, если он остистый сюда ушел, да, то с той стороны поднялся поперечный. Поперечный мы толкаем прямо вниз, да? Но только уже не в бок, а вот немножко вот туда, вперед. У нас упор вперед идет. Либо так руку ставим, либо вот так. Поперечный. Ну и, соответственно, если сколиоз в ту сторону, да, то толкаем на себя голову. Нет, расслабляй голову. Остистый сюда и поперечный вот туда. Видите, я растянул немножко в ту сторону его, да? Так, все. Ложись, отдыхай. А мы сейчас все проделаем это друг на друге, отработаем на практике, с готовыми навыками уйдем в работу, в путь к довольным клиентам. А если вы не с нами, то много теряем.